Слушайте, это правда поразительно, не находите? Президент присвоил звание Героя России руководителю МЧС, пусть и посмертно, но руководителю МЧС, при котором вот этим летом сгорело 8 миллионов гектаров леса. 8 миллионов гектаров, друзья, это своеобразный рекорд вообще в истории. Десятки, может быть, даже сотни тысяч пострадавших людей, миллионы погибших животных. Я уже не говорю про растения. Руководителю МЧС такой ситуации присваивают звание Героя России. Слушайте, вот по соцсетям, наверное, уже читали, нами вообще руководит адекватный человек, нет? Об этом, впрочем, сегодня будем говорить в реальной журналистике. Посмотреть программу можно будет на нашем YouTube-канале. Уже скоро, через пару-тройку часов, буквально увидимся.